Лихочка, привет! Ты вечером пришла на море? Плавать? Или загорать под луной? Плавать. Плавать. Конечно, мама, плавать. Как же можно под луной загорать, если солнца нет? Уже вечер. Ты игрушки какие-то брала с собой? Покажи, что ты с собой взяла. С чем? С кем мы будем плавать? Ой, какая сумка у нас. Маша, Миша. Это твоя любимая сумка или у тебя есть другая любимая? Какая самая любимая сумка? Маша и медведь. А где еще они? У меня были еще одни. У меня была зеленая и большой глазик. Наверное, а, да, был большой глазик. Вон они там еще остались. Как вот это же есть? Большой глазик, гусеница, две кошки. Мяу-мяу-мяу. Пони. А как это пони? Это королева пони? Да. Так и зовут королева? Да. Королева пони. Лисенок твой любимый. Аврора. Аврора. Ай, девочки. Кто что, девочки? О, Маша. Маша. Маша на велосипеде. Покажи Машу. Вот. Это Маша, которая у тебя в тортике спряталась. Да. Будет на велосипеде кататься? Да. Смотри, Маша башмачок потеряла. Прям как Золушка. Да. Прям как Золушка. Сади. Одень сначала ее башмачок, потом сади ее на велосипед. Где ты здесь такой? Можно туда ботинки положить. Угу. Положим туда ботинки. Вот так, сейчас мы сядем. Сяди. А какая это серия, где Маша одевала такую шапку зеленую? И Миша ей одел. Это какая серия, ты помнишь? Да, за морковками следить. За морковками да. Следить, да. За морковками следить. А попроси Машу следить за девочкой. Маша следила? Да. Маша уснула! Маша уснула. А там она песню пела, помнишь? На границе ходят тучи-мура. Да, понял. Все, Маша спит. А Маша плавать пойдет? Да. А смотри, кого туда ей можно посадить? У нее же такой велосипед на два человека. Да. Она может катать, а сюда можно собачку посадить. Да. А не можно еще другую девочку сюда посадить? Да? Другую девочку. Можно тоже вот эту девочку за руль велосипеда. Да, не эту. Да, Маша им разрешит покататься на своем велосипеде. Ручки поднимем и поехали. Ой, застряла она. Застряла. Велосипед в песке застрял. Камнепад. Дождь камни. Дождь камни, камнепад. Теперь нужно вызывать спасательную бригаду. Маша спасатель. Маша спасатель. Маша спасет. Она что-то не задушилась. Чуть не задушилась. Это ты каких-то мультиков насмотрелась? Наверное, пожарный Сэм. Я помню, там у них была та же серия, когда камни падали, что-то их засыпало, потом их спасали. Или про собачку Лесли, тоже такие же спасательные операции. Так. Теперь Маша уже пассажир? Нет, Маша за рулем. Кого берем? Смотри, давай эту девочку берем. Она ветрянкой, правда, болеет, но будем надеяться, что она других не заразит. Апчим! Это после камнепада пусть полежит, отдохнет немножко. Маша заразилась от нее. Уже и Маша заразилась. Апчим! 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 Все, если заразилась, давай отселяй в другое место куда-то, чтобы они других не заразили. Все, пусть там отдыхают. Все. Спят, пусть там спят. Маша, ты что, идешь других девочек заражать?
это все наоборот делает. Еще одну девочку заразила. Велосипед чихает. Маша не успокоится, пока всех не перезаразит. Нет, она за волосы не чихает. За волосы? Маша безобразница. Маша, мы Мишу с собой на море не взяли. Надо было взять Мишу, хоть Мишу она слушает. А так совсем нас не слушает. Вредина такая. Маша улетела. Маша улетела. Ой, дождь из камня. Дождь из камней. Теперь на Машу дождь насыпался. Камнепад случился. А кто теперь будет Машу спасать? Маша же сама была спасателем. А теперь кто будет Машу спасать? А почему все девочки заразились? Ну, все девочки заразились, а кто Машу спасет? Никто. Давай собачки. Собачки, вот смотри. Две доли есть. Лисенок, большеглазик, Фикс. Кто там, доли спасает? Она выглядела. Да, она такая вредная, им, наверное, надо наказать. Не разрешать ей будить, смотреть, чтобы она не вредничала. Она все выглядела. Ух, это Маша. Она этого камня у меня погмочила. Элит, ребята, знают, какая ты фантазерка. Когда Элиф у нас начинает сама играть, ее фантазию уже не остановить. Она такое придумывает. Иногда смешное, иногда страшное. И платьичко снимает. Полет фантазии у Элиф летает где-то высоко. Это хорошо. Что, она плавать что ли будет? Сейчас она девочка. Давай твоих кукол покупаем? Да, какую? А каких ты хочешь? Машу. Машу? Да. На границе ходят тучи хмуро. На границе ходят, и она боится. Ля-ля-ля. В следующий раз Мишу с собой возьмем. Да. Пойдем пока Машу покатаем. Покатаем, покупаем. Может, она на велосипеде до моря доедет? Маша бандитка. Она со всеми дерется? Или это она так шутит? А голодный иди. А голодный она ищет больницу. Где там Маша? Вот она. А, Маша с Долей идут? Да. Где там наша Маша? Вот она. Нашли Доли. Сначала Доли потеряли, потом нашли. Ты с трубкой будешь плавать? И с маской? Какая красная. Ты помочь одеть? Я помогу. Какая ты смешная. Какая ты смешная. Оставляй Машу на берегу. Она тебя дождется, пока ты будешь плавать. Маша разбойница. Туда? Сюда? 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 Яна, тебя
тебя очень хорошо не поняла, наверное, ты сказала, пошли плавать. Давай. Соленой водой? Ты попила воды, что ли? Нет. Ой, мы не можем сегодня нырять, потому что мы днем поцарапали пальчик на ножке. Да, и у нас сейчас мы зашли в соленую водичку, и у нас ножка сильно-сильно заболела. Ладно, тогда мы сегодня плавать не будем, мы будем игрушками играть, да? Да? Хорошо. Пойдем играть, давай скажем ребятам пока. Да, потому что пальчик болит, сегодня не можем. Всем пока.